Всем привет! Ну что, мы начинаем готовиться к Димкиному дню рождения. И по традиции, как обычно, начиная с первого годика его жизни, у нас пропадает свет. На первый Новый год Димке тоже не было света. Мы еще жили в квартире и жарили шашлыки на улице, готовили, потому что не было света, газ был. А такое вот мясное, вместо, чтобы не готовить в духовке, мы готовили на улице. В общем, и сидели без света, праздновали его день рождения при свечах. В прошлом году было то же самое, у нас не было ни света, ни воды. И в этом году то же самое. У нас, в общем, в Крыму очень сильный ветер, штормовое предупреждение. Падают деревья, падают ветки, в общем, короче, кошмар. Но мы, несмотря ни на что, готовимся к его дню рождения. Я вот включила фонарики, дети уже, у нас такая лампа, мы выключили генератор, чтобы он не гудел, потому что дети пошли спать. А мы будем сейчас потихоньку готовиться. Вот. Подарки упакованы. Сейчас будем вешать растяжку. Я ее достала. В общем, ой, темно. Сейчас будем вешать такую растяжку. Заказывала на Wildberries. И не зря я сделала вот эти вот фонарики. Смотрится очень хорошо. И как раз нам в тему. Так как сегодня у нас очень сильный ветер, просто невозможно, все сдувает, поэтому ребята приехали к нам и надувают прямо у нас здесь шарики. Мы здесь вышли на террасу, света нет, очень громко работает генератор, пока дети там наверху, мы быстренько готовимся к празднику. Они взяли с собой баллон, тут куча, в общем, шариков, наклейки, что у нас тут производство на дому. Как долго по времени? Часик где-то. В общем, мы тут приготовили, ребята привезли даже нам торт. В общем, мы сейчас будем пить чай и наслаждаться. Время 23:53, а мы только закончили. Так, первый проснулся ребенок. Оценивает все подарки, оценивает наши шарики. Димчик у нас еще спит. Сейчас пойдем поздравлять, да, Соня? Еще спит. Еще рано. Тебе нравится, Соня? Нравится? Да? С днем рождения, котик! Я знаю, что ты зоны. Пошли скорей. Поздравлять Димчика. Оп. Я, конечно, не сразу могу увидеть подарки. Подождите нас, пожалуйста, мальчики. Привет, бабушка. Привет. С днем рождения. Ну что, Дим, смотри. Дима, посмотри. Так проснулся, да? Это тебе Сонька. Поздравь, брата. И мышка тебя пришла поздравлять. И за ушки будем... Пока чехол. Ты такое хотел? Это наушники? Читай. Не знаю. Читать оно мне надо, скажи. Открывай. Мам, папа.
Ну и там не было. Я понял. Сразу это нам Алиса. Тише, заяц, он так перестанет работать. Я еще даже его не подключил. Я только удивлен на вот эти шары. Тебе нравится? Правильно, скажи, да? Ты бы только знал, как это все делается. Эвро. Да, сковородка. Это третья каска. Ага. А там еще, еще, кстати, есть. Да? Димусь, иди посмотри, там еще шарики покрути. Еще, еще. А где? Где-то там. А, вот на еще. Ну, а второй броник. Второй, третий, кажется. Нет, второй. А, второй, да. Ну, давай дальше. Вот это наушники, да? Не знаю. Да. Без наклеек. Все, доволен? Золотой. Иди посмотри. Конечно. Давай, пошел. Покажи. Покажи. Ну как, удобно тебе? Ну да, только музыки нет. Подожди, потом. Он потом телефон понравится. Телефон у тебя уже есть, ты чего? У нас тут праздничный футбол. Дим, вам не скучно с дедом? Нет. Нет? Ой. Вау. Включаем свет, нет? Да нет, тут одна свечка. Днем рождения! Днем рождения! Все. Молодец! Можно еще раз? Ну что? Еще раз 7 лет. Люблю такой торт когда-нибудь. Ты удивился, Дим? Три торт. Загадай желание. Загадывай, подумай хорошо. Давай, Соня, может вместе с Соней? Нет. Соня в апреле, да? Вы слышим, что ты... Папа, не подсказывай. Сынок. Так, Дима, нормальное желание. Все, молодец. Жениться в третьем классе. Дед, подскажешь. Скажи. Дим, ты не ожидал? Скажи честно. Нет. Вот это да. Расскажи, что это? Потому что никто не знает. С какой это игры? С ПБГ. О, не открывается. Ты сначала покушай, а потом кушай. А как это наши игроки? Как они там лазят, если невозможно открыть-то? Ну, по игре там много чего не на самом деле. Ну, общий смысл, ты же понимаешь. Там клубничка или малинка внутри. Сейчас вот надо. Не делай сумочек. Ой, пап, кривое все. Все отлично, все. Сынок. Ну поменьше, мне поменьше. Маме побольше. Не, мне побольше. Тебе побольше, Соне побольше. И Соньке побольше. Давай, сейчас тарелочки достанем. Давай. Ух ты, какой Гуля красивый. Угу. Это мне. Это тебе. Белочку. Иди, беги, садись, будем торт кушать. Топики.
Вот тебе повезло, да, с телефоном? Какая красота. Держимся. Мне, конечно, повезло, а мне без телефона. У тебя нету киви? Есть. Киви у меня. Ну что, вкусно, Дим? Да. Ну, ты попробуй, Соня. Мне кажется, я мастика не сладкая, не? Вкусно? Ух ты, ничего себе, вот так вкусно. Ой, смотрите, какого каратиста бабушка с дедушкой привезли. Они его еле-еле засунули в машину, он выше Димки ростом. Вообще, мы только что доставали, на улице идет такой ливень. В общем, мы еле его достали, принесли. Гляньте, такой огромный каратист. Прям как наш Димка. Глобус уже Димка отнес наверх, тоже подарили ему, но, к сожалению, у нас же нет света, нет интернета, в общем, не можем подключить, поэтому он уже отнес свою комнату. А этого чудика-каратиста мы оставим у нас на первом этаже. Дети будут с ним, наверное, играть, не знаю, ну, такой интересный. Все, Сонь, день рождения закончилось? Да. Да? Все, теперь посуду мыть надо? Нет, не пьет этот день. Не было день рождения? День рождения закончилось? Золушка. А там чайки. Кто? Там чайки. А, шарики. Да, шарики там. Золушка наша. Умничка, Соня. Шарики шикарные. Семерка, кстати. На что? На торте тоже такая же семерка была в обратную сторону. Это что где? Так? Вот. Соня, пора полоскаться там. А я мой посюда. Это уже, это не посюда. Посюда. Я мою посюду. Посюда. Сонь, ты пылесосить не хочешь? Ой, нет. Нет? А постирать? Именинник, иди сюда и так поведи. Можно чашечку упасть? Нет, не надо ничего, мы сейчас спать. Ну что, наш именинник пошел уже ложиться. Прекрасно провели время в кругу семьи. Очень здорово, душевно. Ничего толком не снимали. Готовили, как обычно, обычные блюда. Просто, вы знаете, такой хороший у нас получился ужин душевный. Так что все, мы идем укладываться спать, укладывать детей. Всем огромное спасибо за поздравления. У меня просто Инстаграм сегодня повис, потому что у нас не было света, как я вам говорила, и не могла всем ответить, но максимально старалась. Поэтому всем огромное спасибо. Поздравлений было просто очень много. Так что всем огромное спасибо. Мы увидимся с вами уже завтра. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you.